понятно, что это не космическая технология, но все аккуратно и честно. Кстати, вот визуально видите отличие одноточечной навески и трехточечной. Этот трактор одноцилиндровый. Сейчас есть трактора Россел на 12, 15, 18 и 24 лошадиные силы. Как видите, под капотом провода все аккуратно уложены. Здесь используется ременная передача от двигателя. Так выглядит одноточечное подключение навесного оборудования. Посмотрим, как заводится. Как вы слышите, двигатель работает ровно и уверенно. Это модель на 18 лошадиных сил, XT184D. Модель 152D немного отличается внешним видом, но главное, это высота колес меньше и немного рама по-другому сделана. Колеса передние 5×12 вместо 6×12, а задние 6,5×16 вместо 7,5×16. Как вы видите, особых отличий при передвижении нет. Как видите, трактора Россел справляется с любыми задачами. Отличий при передвижении нет. Но нужно помнить, что у 52 модели, 152, постоянная блокировка, то есть нужно на поворотах разблокировать, а у 184 наоборот, постоянная разблокировка, и нужно блокировку включать, ну, когда пробуксовывает. Основное отличие — мощность двигателя, размер колес и вес.